Александр Вершинин родился в Москве 29 ноября 1965 года. Окончил Кунцевский радиомеханический техникум. Некоторое время работал в ней. В 1988 году поступил в театральное училище имени М.С. Щепкина на курс Виктора Ивановича Коршунова. По окончании училища в 1992 году был принят в труппу Государственного академического малого театра. Большое внимание в своем творчестве отдает воплощению образов классической литературы. Работает на других сценических площадках.